Всем добрый день, вечер, утро, обед. И ночь. И выходной. Ребят, всем привет. Ваш неугомонный Просин и ваш любимый канал про IKEA снова в Нижнем Новгороде. Сегодня мы будем снимать большой обзор новинок. Аж сразу на две камеры. Будем смотреть очень много интересных вещей. Ну все, наверное, да, Дим? Все, типа идем? Типа идем? А, нет, еще рано идем. Я хочу кое-что сказать нашим зрителям, гостям канала. А, давай. Помимо того, что у нас есть канал в YouTube, теперь нас можно видеть и слышать на Яндекс.Дзен. Угу. Всех просим в гости, подписывайтесь. И там можно писать также комментарии и консультироваться. Кстати, друзья, так как все-таки функция консультации на Ютубе уже переросла вот в такие масштабы, и мы консультируем вплоть до того, там, толщина матраса, как вот это встанет, тра-та-та, и это все-таки отдельная работа, поэтому давайте договоримся так. Если вы не хотите платную консультацию, тогда вы подписываетесь на Яндекс.Дзен и задаете свои вопросы там, но в рамках разумного мы контролируем сами, что подходит к платной консультации, а что нет. И самое главное, мы там чаще сможем ответить, потому что там еще канал молодой, народу еще нет, и вам будет легче пробиться к нашему ответу. Среди всех комментариев. И Дима еще вот сейчас вот на экшн-камеру, мы пишем параллельно влог, сказал, что на Яндекс.Дзене видео будут выходить раньше. На один день или два. Ну, там я сам решу, как. А вообще, кто только что заглянул на наш канал и, в принципе, не понимает, что здесь происходит, мы, Татьяна и Дмитрий Просины, мы из города Саранска, линейные предприниматели, которые занимаются доставкой товаров IKEA аж с 2010 года, и мы же являемся самым крупным YouTube-каналом на территории России. Поэтому мы, да, про IKEA знаем все. Что ли? Да и вообще, что ли. И пойдемте смотреть. Мы сейчас все покажем, все расскажем. Что-нибудь интересного нароем. Новиночки. А, кстати, не сказала. Люди часто просят. А ты это не всегда в комментариях пишешь, в описании. У нас действующая служба доставки. Мы находимся в Саранске на Большевицкой, 85. В период лета у нас происходит акция «Жаркое лето». Доставка всего от 5 до 10%. То есть мы привозим гораздо дешевле, чем даже привозят IKEA. И стандарт. Чаек, печенюки, мягкое кресло, диван. Мы очень долго будем снимать. Пошли. Ну, новое это хорошо, забытое старое. Диван Клепан вернулся в IKEA, вернулся с новыми чехлами. Конструктив все то же самое. Размер, функция, даже цена не изменилась. Как он стоил 10 тысяч, так он продолжает стоить 10 тысяч. Главное здесь это чехлы. По тканевым, честно, у меня претензии. Раньше чехлы тканевые были гораздо плотнее, тверже. То есть вот таких вот моментов, вот таких заломов, вот сюда вот... Тягивания, вот этого не было. То есть чехлы сидели как влитые. У кого есть уже клепаны, вы можете посмотреть, как у вас это выглядит и как сейчас это выглядит на новом клепане. Но при этом это один из лучших офисных диванов. И за 13 тысяч, ребят, ну, это минимальная стоимость клепана с чехлом, вы просто не купите диван. Диван фактически является двухместным, но сюда могут уместиться 3 человека, если мы говорим про зал ожидания или там, ну, про гостиную какую-то. Дим, подойди, пожалуйста. Смотрите, значит, помимо того, что клепан есть в коже, тканевые чехлы сейчас зеленый с белым, это самый дорогой 6 тысяч, потом кабуста темно-серый 4 тысячи и все остальные чехлы, вот мы сейчас висло-синий смотрим, есть еще висло-серый, висло-желто-зеленый, висло-зеленый и висло-синий, все по 3 тысячи, то есть разгон клепана от 13 до 20 тысяч. Сразу хочу обратить внимание на два новых чехла, который, вот, хотя, казалось бы, да, голубой цвет, синий, но при этом зеленые оттенки, очень классно смотрится. Это чехол на подушку Vide Spinare, но это не совсем новинка, это такая называемая новинка-старинка, мы ее уже показывали, с бархатистой верхней частью и стандартной хлопковой. Очень хорошо будет сочетаться с подушками Гурли, потому что по фактурности они такие же. И новый чехольчик из такой плотной велюровой ткани Osveik. Серо-бирюзовый 50 на 50. При этом молния спрятана. Ну и учитывать все-таки ценник, что за 600 рублей молнию можно спрятать. Еще, Дим, мне вот что понравилось. То есть вот это классно было бы где-то в кафешке, да? Не так дорого это стоит. И при этом интересно. Я не буду много говорить, я просто покажу. Покажи. Чем это обусловлено? Эх, тут пересвет.
Ну, вы поняли, да, намек? На попкорн. Пошли дальше. Кресла икеры, черная кожа. Тоже они есть и в ткани, в разной обивке. Это бум стат черный, это эко-кожа. На ощупь не отличается от кожи, но все-таки я бы сказала, отличается. То есть это прям вот чувствуется, что это эко-кожа. А в бумстаде есть и фрихтен диваны, и кресла есть. В бумстаде, ну, средний себя показывает. Иногда бывает брак вспучивается. В принципе, это классическое кресло, больше к лофту подходит, без каких-либо там выемок и так далее. То есть четкие тонкие линии, тонкие металлические ножки. Довольно-таки удобная подушка, но вы знаете мое мнение, что я люблю кресло высокие, чтобы было удобно спине. Опять же, если вам это по стилю подходит, вот он рядом с фрихтен стоит, они вполне сочетаются. Фрихтен из такой же ткани, бумстат черный, 29 тысяч, кресло 15. Что-то как-то не стыкуется, да? Кресло не раскладывается. Зачем 15-то? Диван 30, 29 даже. Вот как вы думаете? У меня как-то вот диссонанс. Пока новинка. Пока новинка? Ну, как ты говоришь, из продажи нас растут. Глостат. Двухместный новый диван. Обивка Книса. Книса, в принципе, себя неплохо зарекомендовала. Стоит 10 тысяч. Два цвета. Книса синий и Книса темно-серый. Вот его сейчас он был завален. Он был завален подушками, какими-то пледами. Ребят, нет. Этот диван вообще нельзя ничем заваливать. От слова совсем. Он должен быть вот как есть. Ну, максимум какой-то минимализм. Здесь же лежал, извините, дизайнеры так видят, да? Раз. Два. Еще и плед вот тогда кучу. Ну вот я смотрю на картинку, он совсем теряется тут. Тут надо на белом фоне исключительно его показывать. Иначе не видно. Его обыгрывать надо. Но на самом деле очень удобный. Давай разберемся, что за диван, почему мне так понравился. По ощущениям. Ну понятно, бюджеточка в плане материала. Вот здесь более плотно, вот в этой части. А вот здесь прям проваливаешься. А, подожди. Есть, ну, подобие аналога. Вот этот, два дивана у нас. На это как раз диван Книса и есть, который очень долго люди у нас покупали. Тоже ткань Книса, Кнопарп. Их очень часто брали. Ой, это лавочка. Прям лавочка в зале ожидания. Ну вот, стоит ли переплатить немножечко тысячу рублей, чтобы приобрести? Ну, во-первых, смотря куда. Здесь съемные чехлы, они легко стираются. Здесь чехол не съемный. Поэтому это все-таки больше домашний вариант, особенно когда довольно-таки мало места. Смотри, какая интересная штука. Так, не забыть бы камеру. Сейчас расскажу. Ты с таким выражением лица подошел. Господи, что она сделала с дивана? Вандал. Подушки. Здесь все на замочках. Да, ребят, ткань бюджетная, но... В ресторане «Икея» действует специальное предложение. Порцию приготовили 8 штук гарниров, суп и напиток. Вы можете приобрести всего за 199 рублей. Ждем вас в нашем ресторане и желаем приятного аппетита. В общем, что мне здесь понравилось? Это хорошие, плотные, набитые подушки. Раз. Два. Возможность все-таки это почистить. Пусть не постирать, сдать в химчистку. Две сиськи. Началось. Началось. Теперь одеть все это надо. Я экшен боюсь мандануть. А слово мандануть можно в ютубе говорить? По-разному. Он легкий, он занимает мало места. И, ну вот я бы, например, куда рекомендовала, если детская и нужно, например, место просто не для сна, а посидеть, поиграться, там, почитать, дополнительное какое-то посадочное место, удобно. Очень универсально. Оно и на ресепшн хорошо подойдет, да. Чтобы вдвоем сидеть. Поиграться как раз аккурат. Две полноценных жопы. Да, для больших так-то. Место занимает мало. В прихожечку хорошо, наверное, будет так, у нас. Нет, Дим, здесь несъемное. Нет, нет, тут ничего не снимается. Что там? Пружина. Ну там дальше уже несъемка. Нет, тут больше ничего нельзя снять. Опускайте. Женщина Геракл, да? Штаны накакал. Так. Теперь возвращаемся к эстетической части составляющей. А там везде должно быть одинаково. Неравномерно. Я вот здесь проваливаюсь, а здесь нет.
Нет, это у тебя иллюзия. Ну, Дим, у меня не иллюзия. Поверь мне, там оно по пружине металлической везде одинаково. Может, иллюзия. Кстати, у кого такой диван уже есть? Я знаю, многие купили. У вас нет ощущения разной степени права? Что лево, что право, там одинаково. Слушай, ну удобные. Вот реально удобные. Знаешь, за счет чего? Толстая пузатая подушка, которая как раз вот форму спины повторяет. Неправильный ответ. А на чем сидишь? Большая площадь. Да, то есть под коленкой. Сидилище, далеко, седалище. Да? Кто это? Сиделище. Вот. Нижняя часть. Филейная, где сидит филейная часть. Подушка удобная. Потому что, вот смотри, у тебя нет пространства. Ну да, то есть прям под коленкой. А вот у конопарта идет пространство между ног и это. Короче, диван классный. Если у вас денег нет на Страдмон, купите Поинг. Ой, ну классно, ну скажи, прям в желтом цвете, шифтебу желтый с коричневым, прям с черным. Ой, очень вкусно цвет смотрится, он сразу другой. Он даже вкуснее смотрится, чем сам Страдмон по цвету. За счет именно каркаса кресла. Да, иллюзит есть. Да? Что-то в этом есть, соглашусь. Мне очень нравится. А как более яркий, что смотрится, да? Да, то есть желтый в сочетании с черно-коричневым проявляется. То есть вот смотри, вот видишь, синий на светло-белом, на таком вот белесом, он проигрывает, его не видно. А вот здесь он прям яркий акцент такой. Да нет, они тут софиты подовешены. Короче, вкусно, чтоб продавалось. Да. Чтобы продавалось. Еще в одной обивке шеф-тебу темно-серый, как у диванов, у страдмонов, у многих кресел. Икеры. Вот я что тебе говорила, что икеры все-таки не бюджетное кресло по соотношению цена-качество. Оно классное, но оно к материалу, если, например, брать Фрихтен, непонятное, да, необоснованное, откуда такая цена. Но при этом, о чем уже говорила, классное кресло, очень стильно смотрится, минимализм, железные ножки и подходит вот реально под любой интерьер. То есть икеры появилось сейчас дополнительно, оно было всегда в синем и в сером цвете, вот они. В синем и в желтом цвете, сори. Сейчас они появились еще в сером и в черной коже. Слушай, люди попкорном не обойдутся, и печенек столько не съедят. Мне кажется, обзор будет очень большой. Ну, на масс-маркете мы побыстрее начнем. Наверное, я задавал вопрос однажды, а куда делись кресла-кровати-то все? Я бы тебе сказала, куда. Угу. Короче, сейчас я тебе покажу, и ты кое-что вспомнишь. Стамбул. Нет, не Стамбул. И в Стамбуле, а в Стамбуле другой, в это, Хоф. Да, и Хоф. Юск. Юск. 18 тысяч, а в Юске, по-моему, за... 19. 19? 19 копеек ему было. Ну, тот из кожи это был сделан, наверное. Или Дермонтина, не помню. Дим. Мы пока дом не построили. Вот для меня это идеальное рабочее место. Можно мне его купить? У тебя идеальное рабочее место – кровать. Нет, вот это вот идеальное рабочее место для меня. Вот. И подставка на бок. Да. Так, теперь давай. Еще раз показать? Давай. Мне понравилось. Сидим, никого не трогаем, сидим на кресле сереньком за 18 Надоело тысяч. Сидеть? Надоело сидеть. Делаем вот так. И переходим в рабочее положение. Так, теперь я с него слазю, и мы его очень детально, подробно расскажем. Конечно, хотелось бы еще дополнительных цветов. А здесь обивка Гунарет. А Гунарет, в принципе, присутствует у нас в некоторых креслах и в двух диванах. Показал себя очень классно, мягкая, комфортная ткань. Теперь давай разбираться с креслом. Иди сюда, Дмитрий Юрьевич. Весит 34 килограмма. До какого веса протестировано, никто, к сожалению, не сказал. Переверните. А, с учетом вот, ну, мои парковочные габариты, вы видите, мне комфортно. Очень комфортно. Оно, знаешь, выглядит как-то куценько, да? Как вот тебе по визуалу? Обычное так... кресло. Ни за что не догадаешься. Вот для меня вот... Подушка вот для спины немножко кажется лишней. Удобно очень. Не, ну удобно, это понятно. Может, поменяемся?
визуально она смотрится, как будто что-то она из другого пришедшего. Ну да, как будто ее лишнюю поставили. Ну, возможно, как-то под над визуалом не поработали, но конструктив удобный. Посмотрим, как будет эксплуатироваться. Кстати, друзья, кто уже успел цапнуть? Вы это, комменты пишите, потому что у нас пока еще никто не успел цапнуть. Я думаю, что, блин, в прайм не уместится, да? Нет. Ля-ля-ля-ля-ля. Пошла дум. Новинка-старинка. Телсиум появился с другим песком. Прозрачное стекло, песок белый. На самом деле он не белый, ну вот поднеси, да? Он прям серый. Но тоже классно для тех, кому не нужно в интерьере яркое пятно, но такие части хочется. Вопрос подписчикам. С какой коллекции повелись эти песочные часы? Жду комментариев. Кто первый ответит, тому подарок, приз. Да? А можно я? Нет. Правда, я не знаю. Правда, не знаю. А я знаю. Сик Фин. Бамбуковый шпон, подставка для монитора нерегулируемая. Дима сказал, штука классная. Я не поняла ее. Ну, я как вижу, да? Вот мое зрение на этот предмет. А сверху, соответственно, ставится монитор. А снизу можно для удобства, да, чтобы было все органично и практично, клавиатура. Под низ мышка и клавиатура укладывается. А зачем монитор поднимать? А чтобы ты освободил рабочее пространство. А, с этой точки зрения? Да, если без этого предмета ты будешь ставить компьютер, у тебя вот, монитор, например, и вот монитор никуда не денется. Да, он уже занимает пространство, и ты не сможешь спрятать клавиатуру. Я с тобой согласен, пятачок. Хорошо. Пошли здесь копаться. Так, Алекс в цвете беленый дуб. Новинка-старинка с другим просто цветом. Очень хорошо будет сочетаться с мальмом, потому что практически один оттенок. 5900. Все тот же Алекс. Помню, что сейчас Алекс можно поставить на колесья. Новая опора. Вообще новая. Я такую еще в глаза не видела. 1700. Нерспель. Темно-серый металл. 29, 58, 70. Эпоксидное порошковое покрытие, да. 29, 58, высота 70. Давай разбираться. Четыре ноги. Ну, не жибленько. Очень будет, чувствую, критичен к неровному полу. Ну да, потому что ножки не регулируются. Поэтому, если у вас сомнения с ровным полом, возьмите что-нибудь другое. Так, дальше копаем. Очень стала Икея любить делать новинки старинки. Колаберг, письменный стол, пропадал из ассортимента, вернулся с другим артикульным номером. Цена, кстати, та же, 12 тысяч. Металлическое основание и из щита массива сосны. У нас столешница. Что бывает у колабергов? Вот у этого есть. Я не знаю, ты на камере не передашь. А неровность. Ну, вот я прям провожу. Ну, это натуральный продукт. Смотри. Ровно, 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 ровно. Вот здесь волна. И опять ровно пошло. Ну, просто отшлифовано. Рейсы прошли пару раз, и все. Ну, пошли, пройдем пару раз. Слушай, ну, это мне прям вот честно распродажа в этом году нравится. Вам, кстати, как распродажа? На момент выхода видео она уже закончится. Вы что-нибудь успели урвать? Расскажите в комментариях, напишите, интересно. Мы, кстати, ничего не урвали, нам некогда было. Вы знаете, где мы были? Да, мы были в Дагестане. Еще одна новинка-старинка. Стулья должны были появиться давно, потому что стол уже, в принципе, прилично продается. Шли они изначально, задумка дизайнеров, как комплект. Стул из ясеня, Лисаба. Стоит 4500, кстати, он еще выставочный. Смотрите, как Икея стала хитро делать. Товара не хватает, приходят выставочники, их расставляют. Тут пишется табличка. Не мешайте процессу. Пишется табличка, что товар скоро будет в наличии, и с выставки купить такое нельзя. Это значит, что товар едет, едет с завода. Когда приедет? ХЗ, но приедет. Давай разбираться. Эх, это пандемия. Сколько она приколов своих принесла? Икея. Ты знаешь, вот честно, если бы не пандемия, мы бы, наверное, не решились на рост развития, принятие сотрудников и стремительный рост Сибирки. Лисаба, ясень, устойчивый стул, на котором будет удобно сидеть. Логично. Цвет черный еще имеется. Протестирован до 110 килограммов. Высота общая 80, глубина 51, ширина 44. Сидение 44 на 39. Присяду? Да, давайте. Мне нравится цвет.
Это универсальные стулья, которые подойдут везде, и в гостиную, и в кухню, и в детскую. У меня микрофончик сейчас. Боком попробуйте сесть. Вот так. Удобно. Боком. А? Боком. Потому что я не залезу туда. А, ну да, ты же с большой камерой. Во, за стол. Удобно по спине. Единственное, что, если вот он, смотри, он протестирован до 110 килограмм, 110 килограмм – это человек примерно 56-58. У меня как раз попа тык-в-тык посидушки. То есть у человека получится, булочки будут свисать. Насколько это будет удобно. И вот здесь, вот в это место будет упираться. Потому что вот здесь провальчик небольшой. Вот этот момент учитывать. А для постоянного сидения, наверное, нет. А как рабочий стул – нет. Только вот если кухонный, в гостиной посидеть, встать. Но за эти деньги, в принципе, можно стульчик и помягче выбрать. Сейчас скажу по материалу. По-моему, он прессованный. В общем, это массив березы, который обклеен шпоном. Угу. Ну, прикольный. Цветовые решения интересные, переходы плавные. Мне вот что у него нравится. И Данес, линейка расширяется. Кровати мы с вами смотрели в каком-то обзоре по новинкам по весне. Сейчас на дворе июль 2021 года. Комод 17 тысяч. В принципе, практически то же самое, что Хемнос. Ну да, здесь отдаленно напоминает. Да, по стилистике ножки только другие. Дим, здесь все зафиксировано. Можешь немножечко как-то это... А что там? Ничего. Усиления нет. Но хорошие рельсы. Не рельсы, фурнитура более дорогая, да, чем у Хэмэс. Блин, ну зараза стоит 17 тысяч. У Хэмэс, кстати, тоже только стоит. Так, ножички чуть-чуть в раскоряк. У ножичек есть небольшая регулировка, что не может не радовать. Усиления у ящиков нету. 162 на 95. Высота 95. Это все-таки высокий комодик, почти метр. То есть как тумба под ТВ он вряд ли зайдет. Так, пойдем дальше, не убегай далеко. Зарыли, зарыли бедный тумб. Я найду. Хауга, тумба прикроватная, серая, 3500. Ну, меня же все равно не слышно. Хоть угу, хоть не угу. Все, едем дальше вместе с саладушком. 40 на 36, есть еще цвет белый. И серый. Хаугу знаете, обзор по Хауге есть. В принципе, просто расширение линейки. Ну, почему бы и нет? Хотя тумбы... Дешево. Нет, в плане исполнения, да, ценник нет. 3500 за такое дорого, я считаю. А, так, смотри. Кёрншон. Передиванный столик. Давно его в России ждали. Интересная конструкция. Он с двух сторон на колесах. Размер 50 на 35. Они, конечно, его захерачили так, что человек его хрен просмотрит. Ну, Татьяна, по-моему, люди разные. А страна одна. Хотят потрогать, пошупать. Чем хорош? Крюк. Ты же не помнишь, тебе же рассказывали когда-то, что люди имели свойство в Нижнем Новгороде залазить примерно на такие, да, постаменты, где им сидеть, садиться на диван. Так, давай про стол. 50 на 35, каркас сталь, эпоксидное порошковое покрытие. Вес всего 8 килограмм, высота 63 сантиметра. Три полки полноценных, крючок я вам показала. И здесь еще бортик. Mm-hmm. То есть вот ровно половина – это борт пустой, дальше полочка. И это еще не все. Тумба придиванный Эденс. Ну, это, я считаю, уже дичь. 8 рублей. Да, это массив. А, почти массив. Верхняя панель ДВП и бумага. Буковый шпон. ДСП. Ребят, ну, 8 рублей. Как ты считаешь? Массивус. Он не массивус. Здесь бумага, ДСП. А вот сосенка по бокам есть же. Ну, это вытащи. Массив дерева только у ножек. Все. Да подожди, ну что ты меня прям... На, почитай. Перед людьми позоришь, а это что такое? А, ну это да. Я про основное. Просто смотри, комод стоит 17. Большой, на 6 ящиков. Тумба стоит 8. Разница в чем? В нем. Материала же не в 2 раза меньше ушло, а раз в 5. Художник так видит. Окей.
Я с художником согласна. Кстати, чем Эденс мне нравится, вот этим красивым выпилом. Вот за что ты выпила, пожалуйста, вам. Да. Вот эти. Вот за этот выпил 8 тысяч. Когда весь мир уходит к минимализму, любимая икеюшка из минимализма уходит в обивные кровати. Но, как Дима говорит, я художник, я так вижу, окей. А, значит, кровать Ватхейм светло-зеленый, размер 1,60 м на 2 м. С обивкой Гунарет. Про Гунарет я вам уже сказала. Одна из лучших тканей, которая есть на данный момент в Икее, стоит 37 тысяч рублей. 36 998. Вот она. А размер пока только такой. Других вариантов нет. Обещают, что к нам это когда-нибудь будет. В принципе, все у меня. Нет, на самом деле кровать интересная. А в плане ухода не скажу, как эксплуатировать все это. Мы не любим такие. Тебе нравятся вообще кровати мягкие? Нет. Кровать кроватью должна быть как-то. На любителя. Вот спинка более-менее меня так вот. Голубенькую интересно. Мы показывали уже в Новосибе. Посмотрите, Икея Новосибирск. Голубенькая более эффектно смотрится, чем вот это. Ты знаешь, она за счет спинки выигрывает. Вот по чесноку. Кровать зеленая. Постель розовая. Перемешку все, то есть теряется кровать. Вот ее покупателю очень сложно представить дома. Вот хоть режьте меня по этому поводу. Но вот для меня хабр какой-то. Плюс еще, иди сюда, пожалуйста. Все-таки кровать не бюджетка. И если мы говорим про большое помещение, в таких помещениях часто кровати не ставят к стене. Их ставят наоборот от стены. А эту кровать не поставишь. Но я считаю, что кровать за 37 тысяч можно было бы сделать заднюю стенку в цвет. Согласен? Капризный ты. Я тебя не слышу. Покрывало. Мьюк плиссер. 260 на 250. Есть еще бежевый, темно-серый. Я думаю, дойдем. Плюш. Такой прям вот бабушкин плюш. Короче, из сундуков не выкидывайте. Никогда. Всегда можно сделать винтаж. Вот сразу видно, мужская единица. Мимо прошел. Я ближе к машинкам. Были бы машинки, я бы видел, да? Тубус Мола для хранения рисунков. Удобный, с ручкой. Понятно, что это не только для тех, кто в художественной школе. Есть такие художники-самоучки, как наша Аленка, например. Ну, можно прям хорошо формат. Наверное, А2 хранить. Половина ватмана, да? А? 400 рублей. Что скажешь? Ну, картонный. Да ненадолго это удовольствие. То есть можно в профессиональном магазине купить вот такой там путевый тубус? Пластиковый, например. Пластиковый? Ты не уходи, еще не все. Ой, ты, боже мой, какая классная штука. Макет города картонный, 10 предметов. А где-то я видел, немножко перебью тебя, в группе, наверное, IKEA России ВКонтакте, что вышла ткань или бумага для раскраски. Какая? А вот рулончик, посмотри, как раз вот серия. Это было, вот это, было? С этими, с динозаврами. По-моему, ткань, надо сейчас пройти потом. Дойдем до ткани, посмотрим. В общем, набор домиков 10 штук, 400 рублей. Ради поиграть интересно. На один раз. На один раз, можно Лехе купить. Ну вот, смотри, какие хорошенькие домошечки. Ну, знаешь, их еще разукрасить надо, собрать надо. А вы Лего кто-нибудь приобрел? Дим, многие писали, что многие Лего напокупали. У нас, кстати, оно еще до сих пор живо. Наш дед не смог его ухайдокать. Вот набор. К сожалению, они не стали расширять ассортимент почему-то, да? Я буду добавлял потихонечку. Каждый год, раз вы не хотите выводить этот ассортимент, ну, да? Да, можно было. Вы могли бы потихонечку каждый год одну серию добавлять. То человечка, то огуречка. Типа того. Спорим, нужно ли нам купить скороварку или нет. Димка говорит, что у меня дома не бывает, я есть не готовлю. Не бывает, не готовлю. Но по первой оценке веж годнота. Тяжело. Подожди, вот одной рукой. Даже смотри. Не в тяжести дела, тут сама система закрывания крышки. Очень эффективные, очень легко эффективные. И второе, система двух клапанов, где вас защитит от, можно сказать, от взрыва сковородки. Вот раз клапан и второй клапан. Это вообще сигнализатор. Но он тоже это будет выдавать. Да. То, что избыточное давление, вот смотри, сигнализатор, вот.
Вот, видишь, он сначала даст вот это тебе, вот, сначала надается, а потом еще вот... До конца. Да. И вот здесь. Можно, на 6 литров. Можно химичить такие кулинарные штуки. Ну, прямо. Расскажи. Ой, не скажу. Ну скажи, что можно готовить в скороварке. Об этом люди могут узнать в кулинарных каналах. А мы Икея, мы только об Икее рассказываем. А ты поварешка. Я бэушная. Пусть ты бэушная поварешка. Я бэушная. В общем, ребят, что готовят в скороварках? Расскажите. Мне понравилось, слушай, такое кроме. Заменяет ли скороварка кастрюлю? Там другие блюда делают. Ну какие? Хальвайцы. Научите Таньку готовить, пожалуйста. Я умею готовить. В скороварке. У Икеи появился хороший дуршлачок и хорошая ситечка. Кстати, путевая ситечка. Идеалиск сито 20 сантиметров 250 рублей. Очень удобно для протирания какой-нибудь помидорки от косточки, да и вообще, в принципе, удобнее. Надо купить новое, у нас не икеевское, уже разваливается. И вот такой вот дуршлаг на 2 литра, клокрен, еще с дополнительной ручкой, фиксатором. То есть можно, в принципе, ну почти на любую емкость его одеть. Вообще вот это вот любимое сито у нас у обеих бабушек. Это им они для заготовок используют, оно неушибаемое. В прошлом году на драке собаки за ним клиенты бегали. В этом году попы ешьте. О, смотри, еще одна новинка старинка вернулась. Икея, что происходит? Дуршлаг идеалист. Его можно растягивать на раковину. Он очень давно продается, очень давно. А нет картинки? Вот. Давай картинку покажу. Ну, пропадал, наверное, пару лет из ассортимента. Так. Дальше. Вводим носом. Ищем новье. Так, вот это что у нас? Полотенце кухонное. Лепесинки, лепездринки. Мне кажется, мы их снимали, Дим. Я стою и туплю. Ты не помнишь? Я не помню. Их так на выставке нету. Нет, в общем, полотенце с апельсинками, слаймами, с мандаринками, с личи и еще с кем-то. Ну как показать-то? Картинкой. Торфлю. Торва. Флю. 229 рублей. 4 штуки. 45 на 60. Сделали. Братья китайцы. Торфлю. Фартук точно не снимали. А что выставочников? А есть апельсинки еще? Кстати, прихватки. Покажи. Сейчас покажу, я фартук хочу найти. ₽400. Тоже торфлю. И киевские фартуки, как мы вам уже говорили, путные, хватает надолго. Мария Терес. Дим, идем. Это вот классический фартук, если тот просто с завязками, бюджетный вариант, то здесь вы можете регулировать под любую глубину, ширину. Он хорошо закрывает, у него есть карманы и у него есть петля под что? Под полотенечко. Это меня Димка научил, я не такая умная. Так, это старенькие все. А вот это еще одно. Гриль-тирет. К серии грильный, такой же функционал, тоже есть карман, но нет петельки под полотенце. Здесь не окрашенная ткань, она со временем, конечно, пожелтеет, но смотрится интересно. Дальше, вот такие варежки. Дима любит такие варежки, да? Ну, они не то, что я люблю, они эффективные. Я вот как скажу вам, они работают. Рабочие, эффективные. Как силикон, например, 400 который рублей. Не работает. Смотри. Вот как надо закрывают, да? Да. Ну, чем длиннее, тем лучше, вот так скажу я. Тем безопаснее. А если до локтей? Смотри, это получается под серый фартук, а гриль-терет... Но белый не рекомендую, быстро засалить. Да, она засалится, грязная будет. То есть по цвету тоже выбирайте, это тоже... Серый – самый лучший цвет. Эти прихватки мы показывали в одном из обзоров, уже они были, а вот это нет. Прихватка Мария Терес 299 рублей. Смотри, какая интересная по функционалу. 300 рублей набор по 150 рублей. Так, фокус, ты где?
Все. Тут отстрочка, то есть можно просто использовать как подставку под горячее. А здесь вот такой кармашек. Вы вот так берете, вот так сжимаете и что-то забираете. Еще и петелька. То есть она такая многофункциональная. Вообще не жмитесь на такие вещи. Вот смотри, самая бюджетная варежка стоит 149 рублей. Толку от нее. Она неудобная, она даже в хвате неудобная. То есть ты не возьмешь как надо. Возьмите лучше за 300 рублей нормальную, чем... Димка рекомендует. Да, Димку надо слушать. Я в этом уже убедилась. Икея, вы еще боитесь продавать домашние штаны? Ой. Домашки штаны боятся продавать. Да нет, я просто себя слышу в наушниках, у меня в голове диссонанс. Вы еще боитесь выставлять ножи в продажу? Вот Новосиб не боится. Нет, не только Новосиб, мы еще где-то видели. Да. К чему я говорю? Это просто так, я постебался, а сам смысл сие разговора я веду к тому, что я втайне от этого человека заказал Татьяне из Узбекистана ручной работы авторской из хорошего мастера, от хорошего мастера, проверенного, хорошего, нож под названием Чак из дамасской стали, который точить не обязательно. И где он? А если точить, только... А керамику? Об керамику. И где этот нож? Приедет 15 числа. В Инстаграме покажешь. Что еще за сюрпризы меня ждут? Ну, если не пойдешь, то поджопник. Спасибо. А формы новинки. Серия LED Bacat. LED Bacat – это у нас нержавейка. Формочки для печенек. 200 рублей. Слушай, классный набор. В принципе, как было в детстве. Но жибленько. В детстве было потверже. А, но я тебе добавлю. Лучше металлические жиблы, чем силиконовый. Или пластмассовый. Или пластмассовый. Дальше смотри, что наконец появилось. Рамка для выпечки регулируемая. Икея, неужели? Ква-ква-ква, 500 рублей. Кондитеры, просыпайтесь. Да, у всех производителей есть, Икея решила выпендриться. Ну, посмотрим. Ну, хорошенькая по плотности, кстати. И функционал интересный. Здесь все так... Смотри, даже грудуировка внутри есть. Смотри, скорее. Ну, и плюс он делает радиус, какой ты хочешь. Да. Это мы сейчас вернем. Эх, вот эти штуки, все это захламление кухни. Рамка для выпечки регулируемая. Это когда надо бисквитик квадратный испечь, бисквитик прямоугольный испечь. Даже сантиметры есть. Вот видишь грудуировку? Это 500 рупий уже. Пошли дальше. Ой, смотри. А что, не прижился, что ли? Раньше на драку собаки было. Все бегали, хватали. Сейчас вообще за 200 рублей. Кстати, кто любит выпечку, на подарок шикарная штука. Ну, за 200, я считаю, что это даром. Черненькая. Давай разбираться с черным. Сумка для завтрака стоит 500 рублей. Серия Framtung. Иди сюда. Убежал. Кармашек. У тебя это привычка, когда я с экшн-камеры считаю нос, а тут объектив другой, тут надо расстояние. Липучка. Здесь открывается. И здесь у нас прячется контейнер флотик. Ну подожди, это отдельный элемент. Отдельный продажи. Элемент, да. Это просто сумочка? Это просто сумочка за 500 рупий. Дима так зафыркала, как будто ему это, кокошулю подсунули. Просто сумочка за 500 рупий для переноски завтрака. Я-то думал. И вот такая сумочка Vatendance за вот 100 дэнс. Рублей. За 100 рублей? Да. Ну, это уже по-человечески. Ткань, как у синих икеевских сумок. Две ручки и вот такая липуточка. Ну, тебе же изначально понравилась черненькая. Значит, она красивущая. Правильно? Красивая и все. Так, пошли дальше. Только черную убери. Я тут всякие штуки разбираю. В общем, ой, смотри, какие классные штуки у Икеи появились. Ну, это не новинка, а новинка-старинка. Under
сока, который дюжу пропускает воду. Клапан, покажите, чем отличается он от других? Ничем. Цветом клапана? Да. Ну, новинка. Все. Кстати, кто в черном цвете купил, как оно вас эксплуатируется, расскажите. И появилось две оно новые... Оно больше проливается, чем другого цвета? Или так же, как зеленая, например. У нас зеленая была, в итоге мы ее выкинули. Бутылка для воды, стекло, Forms Can, пол-литра, 300 рублей. Блин, ну не знаю. Небезопасно. Хотя предусмотрено для крышечка. Велика, да. Велика, рюкзак. Для велика, да. Нет. До первого угла. А вот железная бутылочка. Это пол-литра. Хоть и помнется, но она доедет. Смотри. До местного назначения. Она прям как фляжка. Тоже пол-литра, уже 400 рублей. Ну, логичнее за 400 взять. А вообще, спортмастер есть классные бутылки по 200 рублей. Но мы это не говорили. А то постоянно рекламируем, кого попало. Да, а нам за денег не платят. Почему? Линейка Динеро потихоньку выходит из ассортимента, и ей на замену приходит серия Ferg Clar. Это тоже каменная керамика. Вот, в принципе, в зеленом цвете представлена вся линейка. Давай разбираться, что у нас есть. Значит, кружки 149 рублей, объем тоже самый, 370 миллилитров. Единственное, что маленькая ручка, то есть мужчине не совсем удобно. Вот мне даже два пальца уже не умещается, а за один как-то... Дальше, миски. И фишка продается по 4 штуки. Кружки штучно, все остальное по 4 штуки. Миска 16 сантиметров, 499 рублей, вот она. Соответственно, отличается формой, отличается покрытием. Посмотрим, как себя будет вести. Дальше сейчас Дима подойдет. Глубокая тарелка, 4 штуки, 599 рублей. Но Дима бы назвал это мисочкой, да? Да, супа тут особо нет. Мужской размер. Не мужской размер. Мужской размер, вот. Мужской размер. Как принесла мужу. Поешь, так поешь. Сюда и первый, и суп поместится. А суп это не первое? Да, ну первое, второе, третье. Компот. А, в общем, и сверху мороженка. Не пугай людей, подумай, что ты так ешь. Иногда. 700. Когда дома никого нет. Муж, ты меня это пугаешь в этом обзоре, честно. То у тебя ножи из не той стали, заказанные домой. Из какой стали? Из Дамаска. Из не той стали. То ешь ты сверху с мороженым. С подливкой. С подливкой? Ну да, да, с подливкой. Тюмень, такая, привет! Своя тема тут. Да, а тарелка глубокая 23 сантиметра, тоже самый зеленый цвет, 800 рублей. Динеры, по-моему, были по 150 рублей, 150, ну, подешевле было, чем пачкой. А дальше плоские тарелки. Цены нет, сейчас найдем. 499 рублей, 20 сантиметров. А плоская тарелка... 26 сантиметров, 800 рублей. Дальше прямоугольные тарелки. Ребят, ну вот это дичь, такие тарелки продавать с пачкой. Они должны быть штучные, потому что их многие берут как я блюдо. Я понял. Почему по 4 штуки? Почему? Больше продаж. Некоторые семьи любят выяснять отношения при помощи бития посуды. Угу. О, каждый по 2 штучки разбил, красота, заново пошел. Средний чек увеличивается. Так ты одну купила, а это хочешь не хочешь, 4 покупаешь. Это ты не бьешь посуду. Я не бью посуду, мне жалко, и что я бить? А, кстати, это очень, даже может быть и доказано в некоторых странах, что это очень разгружает нервную систему. Да? Да. Что побить? Разбив иное количество посуды, ты успокаиваешься. А, то есть, короче, если заходишь домой, я херачу по полу тарелки? Ну да, ты снимаешь с этого стресс. Ты ругаться не будешь? Ты, пожалуйста, жалко. Я тебе металлическую куплю и бей до утра. Так, все, хватит меня смешить. 1200, тарелка 4 штуки, 30 на 18. Ну, цвет уж больно красивый, да? И все. И все. И на этом и царапины, кстати, на ней точно так же, как на Динере. Можно? Можно? Да у тебя есть опыт, давай будешь мне все рассказывать. Так, все подряд, не сдавай. Когда мы с Татьяной Павловной еще встречались, и были еще зеленые молодые, она мне пол магазина алкогольного дел чуть не разнесла. Она такая ушла недовольная. И гордая. И после этого ты пошел на мне жениться. Ну, ушла она с магазина с поднявшим носом.
Я это помню, буду и внукам расскажу еще. После этого мне жениться. Эй, внучок, пойдем про твою бабульку расскажу кое-что. Слушайте, привет, заберите, упросите камеру, он мне работать не дает. Так, все, тебя нафиг. А блюдо ферглард. А ты говоришь посуду. Ты полодел, разнесло. Слава богу, бесплатно это было, да? Дима! А то еще время я студентом был, я бы, наверное, там эту работу остался на целый год. Ты не был уже студентом. Ты... На тот момент нам было по 24 года. Какое студенчество? Все. Цыц-пук. Мы же про Икею сегодня. Да. 27 на 14, 300 рублей. Овальчик. А дальше. 32 на 18, 400 рублей. И самое большое. 36 на 22, 599 рублей. В принципе, я согласна с серией. Со мной? Я была с тобой не согласна, замуж бы за тебя не вышла. А я согласна полностью с серией. Почему? Это набор целый. Вы собираете то количество посуды, которое вам надо. То есть это и повседневное использование, и гости. Я вообще за то, чтобы посуда была общая. Не надо хранить 150 скляночек. То есть возьмите то, что вам нравится, и используйте. Пойдем дальше. Вообще ферглард не только зеленый. Мы не будем сейчас показывать все подряд. Ферглард есть полированная темная бирюза. Вот этот цвет. Иди сюда, плеватель мой. Ты первый. Дальше. Каменная керамика с матовой поверхностью. Есть голубая, светлая бирюза. Вот она. Плавненько двигай булкой. А еще смотри, что есть. Ой, как я люблю такие штуки. Ручная работа, 900 рублей. Сервировочная миска Локальт. Не устану она повторять. У нас из каменной керамики. Не устану повторять. Все, что сделано ручной работой, рекомендуется к покупке. Очень красиво, согласись. И 1500, вот такое блюдо. Оно уже, смотрите, она вся кривая. Вся такая вот неровная. Ну прям вот. Ручками лепили. Как будто сам в детстве слепил. Так. Срочно объявляем сбор Дмитрию Юрьевичу. На что там? На гончарный круг. И, пожалуйста, линейка Ферглард, то же самое, еще и в розовом цвете. Но вот здесь, у кого остатки Динеры есть, совершенно спокойно можно сочетать, потому что цветовое решение одинаковое. Теперь, я думаю, это теперь полная коллекция. Ну, надеюсь. Теперь металлиск есть кофемолка, кофеварка, экспрессо, кофеварка для варочной панели, чайник со свистком, еще и термос. Термос на 1-2 литра. 2000 рублей стоит, ну, больше все-таки штука интерьерная. Вы не будете в дорогу с этим термосом мотаться. Полностью это металл. Это для дома очень прям будет фактурно смотреться на кухне. И нифига не закручивается. Фактурно смотрится, но не крутится. Смотри, ну и пресс. Все. А картинка какая красивая. Да нет. Full HD всего лишь. Угу. Мы только что с вами смотрели линейку Ферглард. И есть помимо еще кружек и чайные пары. То есть для того, чтобы у вас полностью был такой сервиз, можно еще и чайными парами обзавестись. 250 Ой, кто-то этот надушился, прошел. Прям. 250 миллилитров цвет. Розовый, зеленый и бирюза. Да нет, цвет это селективный пахнет. Парфюмерией. Снимать после того, как ты меня рассмешил до слез. Ну, прошел кто-то. Ой. Стамфлю, подушка на стул, 1400, обивка гран золотисто-коричневый. Давай разбираться, за что 1,5 рубля-то почти просят. Покрашенная кожа крупнорогатой скотинки. Сделана в Польше. Ну, хоть уже, а то братья-китайцы уже совсем устали работать. Цвет красивый. 1400. Еще есть новая, ну такая прям тверденькая подушечка. Для высоты можно использовать. Сунеа темно-синего цвета. 400 рублей. Тканевая. Такой пенополиуретанчик. Блинчик. Я дворчу стою. Дима еще камеру не включил. У Варельда появились чехлы на подушку. 450 рублей. 50 на 50. О чем я говорю? Ткань такая же, как у Варельда. Все то же самое. Соответственно, добавлен замочек. Вот вопрос. Из чего складывать ценообразование? Потому что, ну, нифига это
не то количество ткани, если разделить на покрывало. Ну, это так, поворчать чуть-чуть. Пойдем дальше новинки искать. Не новинка, старинка, не новинка, не новинка. Подожди, а вот они два. Да. А нам, мы никак. Мы-то, в принципе, сняли обзор по антитоварам Икеи. Только почему-то у нас со звуком была полная беда, и мы это все забраковали. Наверное, мы будем снимать теперь это завтра. Второй раз. Но, к сожалению, попавшие в антитовары батарейки Алкалиск размера 2А и 3А выходят из ассортимента. Икея нас опередила, блин. Хотел я это сказать раньше, но Икея это все выводит. Рассказывай, уже. Я пойду за новинкой за одной. Зачем? Ну, это расскажем теперь уже в антитоварах. В бантиках? Да, бантик. Я очень нежно люблю Малинду, но вот такой коричневый, такой грязно-бордовый категорически не цвета этой подушки. Согласен? А я думаю, это с белым очень будет хорошо сочетаться. Прям. Вот она лежит на белом, она уже смотрится по-другому. Может быть. Ну, в общем, у Малинды появились новые цвета. Это бордо и темно-коричневый. Вообще, если по-правильному, то это светло-коричневый и темно-коричневый. Mm-hmm. То есть это светло-коричневый, это темно-коричневый. Это даже какой-то терракотовый, мне кажется, да? Больше цвет всего. Называется темно-коричнево-красный. Ну, ты сама прекрасно знаешь, что Икея с цветами любит. Своя палитра, походу. Подушка Van Cress 2000. Они, в принципе, постоянно появляются в новых чехольчиках. Но мне больше всего по ткани нравится вот такая, в динозаврах. Они все одинаково набиты, все стоят 2000 рублей. Мы знаем, что многие берут, знаешь для чего? Валики к большим диванам, оббивают их той же тканью, в какой обит диван. Вот. Я бы рекомендовал, наверное, еще к беддинге вот эти подушечки. Кстати, да, к беддинге можно было бы. А если бы еще чехлы на них продавались, то было бы гораздо людям проще. Сейчас к беддинге не идут в комплект подушки по бокам? Все, сейчас нет. Через диван, да? Их вообще нет. Вот. Пойдем в пледы. Это что-то бесформенное, да? Икея, к сожалению, не смогла передать всю ту затею и задумку дизайнерскую, да? Иди сюда. Но я нашел картинку. Иди сюда. Две картинки уже, где примерно мы сможем понять суть сей... Блин, фокус, приди ко мне. Не хочет фокусироваться. Я это с сайта выложу картинку. Короче, это одеяло с рукавами. Если в собранном виде, то это вот такая подушка. То есть, в принципе, спать вполне можно. Если мы говорим про разобранный вид, то это рукава, карман под книжку. Как залазить-то? Может, я буду привереда, Таня? Вот напрашивается манекен сюда. Тут иначе не поймешь, что ну, да. Это для чего. Нужно манекенчик одеть. Вообще, мне непонятно, одеть. Как мне туда залезть. Через низ, нет? Нет, через верх как-то. Ага, если у меня жопа толстая. Ну вот и я тоже. На полпути застрял? Да. Ну, в общем, как-то это слабоватенько представлено для того, чтобы захотелось купить. Что подразумевает, где использовать-то? Если я найду картинки сие товара побольше, я вам выложу сейчас скринами где-то в углу экрана. Ну, короче, Икея это представляет как мягкий спальный мешок, который легко превращается в элегантные шорты. Не, интересно, вопрос, кстати, да, вот ширина, она маленькая, вот, ну, вот нет, вот здесь, да, а здесь-то вот. Вот, например, я под вопросом что-то залезу. А сюда вот, ты залезешь? С первого взгляда. Ну, да. Вот через низ, да, я залезу. Хоть бы инструкшн приложили какой-то. Погоди, а вот книженция, дай-ка посмотрим. А, вот тебе здрасте, смотри. Ты встал, застегнул сам. Сам, все сам. Ленин встал, взмахнул руками. Ладно, я вставлю скрины. Погоди, вот. Я вставлю скрины. Это подушка. Короче, получается, что ты его наверх как бы накинул на себя, но спать на земле в этом нельзя. Нет, конечно. То есть я не знаю вообще для каких целей, где это, в туристической палатке это не подойдет, потому что чему? У тебя только вот здесь закрыто, здесь дыра, и закрыты только руки. На раскладушке. Ну, если только так. Не поеду. Поехали. Она не хочет дикарем отдыхать. Так, новый цвет ангибрита.
Все то же самое, плетеное, вязаное в нежно-серо-жемчужном цвете. Плетик зарекомендовал себя хорошо. Единственное, что со временем появляется катышек. Но он очень нежно смотрится, и ему это простите. А серия «Локаль», которую мы давно хотели снять отдельно, наконец-то ее смогли дизайнеры разложить. Конечно, очень мало для этой ручной работы выделили места, но мы пришли к выводу, что мы покажем вам ее отдельным обзором, отдельным форматом, чтобы это было сохранено на канале, и вы не искали среди новинок. А пока, Дмитрий Юрьевич, пройдите к оранжевым тапкам. Короче, ждите, скоро будет обзорчик по этой серии. По тапкам нет, не будет. Не по тапкам. Давнишний цвет, да? Может, еще и размеры вернуть по-человечьи. 36, 37, 38, 39, 40, 45. А сейчас? А сейчас 30. Вот это размер единый. То есть его одеваешь с 36 по 40. Угу. А второй размер одеваешь с 40 по 45. Кому-то лыжа, кому-то весла. Скандеруб. Ручная работа. Смотри, какой красивый. Один, два, три, четыре цвета. Из маленьких таких квадратиков. В принципе, можно даже использовать на обратную сторону, если вам пупырки надоели. Тогда будет гладкий. Дай пупырки покажу. Классные пупырки? Нормально. Мягенькие такие. Стриганушечки. Ой, смотри. Есть же большие такие ковры. А сделали еще маленькие. Лисбьерк 60/90 600 рублей. Хотя большой стоил 600 рублей. Ну ладно. Вот мне вот эта вот политика Икеи в ценообразовании от размера непонятно. Пока новинка. Сдираем с клиента по максимуму. Таулов 60/90 600 рублей. В общем, это безворсовые тканевые двухсторонние коврики. А вообще, кому, например, здесь жлобно, берем ковер. Сорца 179 рублей, 55 на 85. Он даже еще и мягенький, и с кисточками. Стоит всего 180 рублей. Я знаю, их вышивают и разукрашивают. Расписывают. Угу. Слушай, интересный ковер. Воллерслев 80 на 150. Я не знаю, сможет ли камера передать. Я хотел название снять. А? Да не тряситесь. Угу. Смотри. Здесь два вида нитей плюс еще тоненькая. И цветом, и формой, да? Да. Ну да. Был бы зеленый еще бы. Он, наверное, более бы реалистичный был, как травка, имитация. Ну, я с тобой согласна. Здесь такой цвет, как будто к черному. Или как барашек. Угу. Ну, посмотрим, в чем. Ну, ждем, по-любому зеленый цвет будет. Мьюк Плистер. Что мы показывали с тобой на кроватке? Значит, по цветам у нас есть темно-серый и темно-синий. Размеров 2. 180 на 2,50 и 2,60 на 2,50. Как уже сказала, ощущение бархата, ну, такого классического бабушкиного покрывала. Из плюсов покрывало мягкое и двухстороннее. Надоел бархатный плюш, перевернули на классический матовый цвет. Радует, что однотон, что окантовка одного цвета. Нет никаких цветовых переходов, то есть такой благородные оттенки насыщенных красивых цветов. Все, рапорт окончен. Есть еще в красивом бежевом цвете. Слушай, мне кажется, в бежевом даже лучше всего смотрится. Соглашусь. Особенно внутренняя сторонюшка. Мьюк Плистер. Название такое интересное. Как юбочка плиссированная. Плистер. Вот они, беж в рулончиках. Вон там темно-синий и еще темно-серый. А, друзья, в серии для ванны появилась новая линейка Fixon. И мы пришли к выводу, что мы ее снимем отдельной серией, потому что предметов много, и это тянет прям на полноценный обзор. Сразу скажу, это глянцевая мебель, как себя эксплуатирует, не знаю, но со слов клиентов, кто уже купил, вроде пока довольны. Меняет потихоньку линейку цветов, но при этом остаются сами полотенца. Давай разбираться. 70 на 140 по 400 рублей, цены такие же. Цвет вот такой темно-синий заявлен. Красивый, кстати, оттенок, и не темный, и не светлый. Дальше, вот такой серо-бирюза,
Соответственно, появится во всех размерах. Скоро пока только в большом, ну, таком среднем. И вот такой беж. А еще розовый. Ну, розовый в разверточку сейчас найдем. Ребята, это обычный вакшон, который был всегда только в других световых исполнениях. Это нормально. Полотенце периодически меняет окраску. Чуть-чуть такое ощущение, как будто потоньше стали. Угу. Ну, может быть, опять цвет, когда, например, белое, оно же более объемное. А здесь, получается, за счет таких ярких, более... Здесь и теплые, и холодные, все-таки больше холодных оттенков, кажется, потоньше. Вот, Дим, там вон еще полотенчики новенькие, ну, там девушка. Появились новые полотенца, сишон. Дим, видно? 100% хлопок, 270 грамм на метр квадратный вес, очень легкие, тонкие. А внутри такая махрюшечка. Хочу попробовать домой взять, потестить. Единственное, что, конечно, меня смущает, у нас вода постоянно желтит и отбеливатели не спасают. Но очень легкие полотенчики. Так, дальше. Что здесь еще меня привлекло? Это вот такие саше. Они уже были в других цветах. Ваниль аром. Ну, логично, ваниль аром. Для отдушки Дофта. 129 рублей. И, по-моему, они сейчас из Лиоцела. Хлопок или Ацел? Да, потому что прям вот по ощущениям, как у Львиды. Да и по цветовой гамме. Кстати, это логично, остатки остаются из них. Так, а теперь ты не выключаешь камеру, и мы с тобой идем показывать. Знаешь, какую новинку? Вот ты никогда не догадаешься, чтобы в Икее это было. Ведро. Хе-хе. Короче, 700 рублей всего. За них ты получаешь тазик. И за них ты получаешь ведро 10-литровое. Кто-то скажет, дорого. Но, с другой стороны, это удобная форма. Раз. Удобное хранение, которого чаще всего в наших квартирах городских не хватает. Плюс, ребят, я бы сказала, что это довольно-таки плотный пластик. Если плотный, то белите. Не позолейте, весь холосая. Не, реально классно смотрится. Можно за ягодкой. О, смотрите, а можно правда за ягодкой ходить с таким ведром? Половину набрал одного. А половину грибов и половину ягоды. Да. Ну да, тогда соглашусь. И это еще не все. Что только в Икее не продают, скоро трусы с лифчиками будут. Пеперик. Пеперик, пеперик, пеперик. Это губка чистящая. В комплекте аж 3 штуки за 99 рублей. А значит, пенополиуретан. И здесь такой жестенький, со спиралечкой. Странно, а почему он в ванной, а не на кухне? В унитазы чистят. Пардоните. Да ты их не чистишь. Какой мужик их чистит? Пардоните. Вы обычно их только. Смотри-ка, нет ценника. Наверное, еще не ввели в систему. Если бы мы это не делали... Этого предмета тогда не было бы в продаже. Точно. В общем, дозатор с градуировкой до 550 миллилитров. С одной стороны миллилитры, а с другой фрел. Подожди, а для унитаза щетка же есть. А? Щеточка. Щеточка? Хорошо. А это для кого-то? Да, это, я да? Сейчас тебе открою, и жизнь твоя прежней не будет. Вот щеточкой ты моешь где? Там. Внутри. А вот это, вот это, вот это. Вот это, чем ты моешь? Все? Я буду на улицу ходить. Вот. Еще под ободком. Чем ты моешь? Щеточкой? То есть ты думаешь, унитаз сам чистым становится? Угу. Понятно. У кого такие же индивидуумы дома живут? А Skisen. Skisen 499 рублей. Набор из 3 предметов. Дозатор для жидкого мыла, стакан для зубных щеток и типа мыльница. Красивый голубой оттенок, но, например, при наличии двух активных детей дома я бы такое стекло не поставила. Мне кажется, что это разобьется очень быстро. Соглашусь. Хотя красивая собака. Ну да, вот за 110 рублей-то... Вот это для детей надо вот. Короче, надо иметь дома два туалета и две ванных. Одна а уже для три. Родителей. Чтобы, одна для меня. Чтобы щеточку чистить.
Теперь твоя жизнь прежней не станет, да? Да я вообще-то мне всю жизнь испортил теперь. Я теперь не знаю, как жить после этого. Ну как жить? Молча, наверное. Так. Ну я же там не сру, чтобы там чистить. А, ну если только с подливкой. Отнимите у этого человека камеру. Угловая полка на присосках. Кьёка Фьорден. Тимин, привет. Спасибо, что там рассказала историю одну про подливку. Дим, хватит. Тебя обзор YouTube забанит. Угловая полка на липучках. Это, кстати, липучки так выглядят. Здесь кое-как поободрали. 799 рублей, 20 на 11. Помнишь, кстати, удивительно, они очень хорошо лепятся как и на пластик, так и на любую такую гладкую поверхность. Там вагонка, пластиковая вагонка. На вагонку более шиша. Вот им как бы вот эта поверхность, она как у нас мебельный щит делает. Он хорошо делает, что ли. 799 рублей угловая. Димочка, дальше продвиньте, пожалуйста. Еще есть за 799 рублей корзина на присосках 24 на 11 прямоугольной формы и корзина подвесная до душ. На самом деле это серия Эльмен, которая просто тупо заменилась на другое. Все прекрасно помнят, что у Икеи есть новинки старинки. Вот только вопрос, это вот куда вот? Это вот как вот? Это если вот так вот, оно падает? Нет. Это откуда-то от другого. Нет, отсюда. Вот она, нижняя часть. Ну, значит, крепление одно кто-то потерял. Нет. Сейчас, если Таня не догадается. Две попытки. Одна попытка. Пол попытки. Попытки. Пауза, сейчас папа сделает. Та-дам! Ой. Камера не туда повернулась. Иди дальше один снимай. Кто понял? Напишите комментарий. Хотя не пишите, я вам покажу. Пил. Вот такой крепленец. Пил. И готово. А где у тебя экшн-камера? А я ее положил в сумку. У Димы сегодня для меня Татьяна сегодня... День правды какой-то, прям день разрыва шаблона произошел. Я предполагал, что торшеры нут в разных ее вариациях никогда не покинут нас. Эта музыка будет вечной. Блин, что за говно, а? Короче, торшеры нут на самом деле выходят, ребят, нет во многих уже городах, имейте в виду. Если вам нужны, вы где-то видите, цапайте, а так нет. Вместо них приходят вот такие торшеры, немножечко недонуты. Хектогам называются. Здесь у нас пластик, здесь у нас железка. Из плюсов. Все тумблеры у нас на чашках, на самих. Кнопочка. Лампочка здесь GU. А здесь обычный 27-й цоколь. То есть фактически тот же нутик, только немножечко бачком. Так, дальше. Вот, кстати, в какой коробке. Не то это уже, не то. Не теплое, не ламповое такое это все. Оно сухое, черствое, некрасивое. Мокрое. Флугбо, стекло, металл, вкл-выкл, 3500. Даже снимать нечего. Ну вот да. А даже в камеру не фокусируется. Почему? Да тоненькая она, блестящая. Тошенькая. Кстати, смотри, коробка у нута была удобная здесь, а хектоган теперь вот... Тяжело. Верните нут. Ты еще ногой вот так топни. Мы будем жаловаться. Так, этот торшерчик, который флугбу, он еще есть вот с такой мордочкой. Уже 4 рупи стоит. Угу. Возьми меня домой, Димка, просто. Нет, я не возьму. Флугбу никелированный, здесь стекло, здесь металл, здесь металл. Благо у нас есть два нута осталось. Два, один. Да. Один дома, один у родителей. Да. У твоей мамы еще есть нут. Ну, есть откуда спирит. В новый дом. Друзья, нижегородцы. Вы что? Совсем, да? Страх потеряли. Вы зачем крадете Кстати, провода? Кстати, это удобно. Теперь консультант не нужен. Вместо консультанта есть купон. Взял купон, пошел оплатил. Почему мы уверенно так говорим? Потому что, когда повышаются кражи того или иного предмета в Икее, Икея начинает вводить вот такую систему продажи.
через выпуск. Ты думаешь, тебя слышно? Да. Обращайте внимание на специальные ценники желтого. Блин, ну так хорошо было. Ну давай возьмем. Скоро смотри, как будет выглядеть. А товара не будет. Будет выставочник и купончик. Купончиков набрал, пробил, тебе отдали. Да, вот батарейки лучше берите, вот нехорошие. А продать нужны были нам. Светодиодный потолочный светильник, 27 сантиметров, свались. Иди сюда. Я вот пойду. Он. А, вон он. И вот он. Выступ покажи, потому что там его не особо, я думаю, видно. Да, показал. Все. Что про него тебе еще скажу? Сталь, поликарбонат. Максимальная лампочка, чувствую, 60 ватт. Нет, здесь светодиод. Интегрированный светодиод, цветность света 2700, теплый белый, а срок службы 25 тысяч часов. Угу. Световой поток лампы 540 люменов, который равен световому потоку лампы накаливания 44 ватта. 2500 намэ. Намэ? Намэ. Пойдем еще одну намэ покажем. Тибл. Новинка, которая не новинка, давно ждали, наконец повесили. Это шина подвесная, подвесной светильник на 5 светодиодов. Удобно, можно регулировать по высоте, как хотите, и размещать над столом. Продемонстрируйте. Что? Регулировку высоты. Регулировку высоты ты сам вон там регулируешь при установке. А мне кажется, что при нажатии на руку он может не спускаться, нет? Да. О, смелей. Но это... Не. Может, там зафиксировали? Или это на максимум? Может, на максимум. Кстати, тоже светодиодный. Вообще, яркость регулируется с прикосновением к металлической перекладине светильника, а не регулировка. Это яркость света регулируется. Вот, видишь? Нифига, правда, не видно, но типа регулируется. Я поверю. Хорошо. Тырк-тырк-тырк-тырк, мырк-мырк-мырк-мырк. Смотри, какое ведро. Модернизация. Свартнора. И одно из ведер Свартнора уже по распродаже. 3000 вместо 4. Ну, на самом деле, да, на хектар. Похоже, Дим. Вот, кстати, вот сравним, да, вот и хектар рядом, вот серенький. Ну, хектар побрутальнее будет смотреться. Это прям лампа-так-лампа такая. Заводская прямая. Лофт так лофт. Ну да, вот смотрю, сверху болты вот есть. Вот тут жесткий лофт прям. 38 сантиметров. Алюминий, сталь. А что ты хочешь? А я ногти хочу поломать себе. Вандал. Снимается, а там лампочка. Как вкусно пахнет. Селективным парфюмом? Нет, подливки. Всем привет. Ребята оборжутся, когда будут обзор смотреть. У нас потихоньку в команду люди приходят из разных регионов, и мы отовсюду черпаем слова. Теперь знаете, какое слово знаю? Хера ли баня пала? Это типа какого фига ты врешь? Хочу добавить, что раньше Тюмень, наши любимые нынешние партнеры, а раньше были нашими подписчиками. Смотри, как классно! Вот мужчинам точно не понятно, это что, да? Это абажур Лер Грюн, ручная вязка из веревочек. Колготка. Чьи там колготки, ты говорил? Бабушки. А, колготки Жанны Агузаровой. А тебе-то надо снять? Да, смотри, как удобно. Это может быть юбочкой и предметом. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Постирать можно. Если диаметр совпадает с другими абажурами, в принципе, можно и на эти колготки Жанны Агузаровой налепить. Ну да. Тогда что-то будет совсем космическое. Вот еще бы Икея продавала вот такие основы, а на эти основы съемные чехлы, да? Да. Вот как приличные люди делают обзоры по Икее. Посмотрите направо, это фигня. Посмотрите налево, еще одна фигня. Посмотрите обратно. Это давно не новинка. Как обзоры показываем мы? Снять, раскурежить, показать то, чего нельзя увидеть. Через 2 года мы совсем оборзим, мы будем залазить на витрину.
Пока мы только так. И будет рубрика в Нижнем. Цирк приехал. Так. Смотри, тоже какой красивый джут с веревочными орнаментами. 2500. Из него же можно и напольный сделать, и потолочный. Ну, очень красивый. Все, вандалить не буду. Кто купил колготки Жанны Гузаровой? Скажите, пожалуйста, в комментариях. Пошли, колготка. Ребят, па-па-па-па. Подешевело. Теперь это на рубль дешевле стоит. Кто не успел, бегите. Дешевле уже не будет. И, соответственно, это тоже очень сильно подешевело. Папка поторопился, когда купил сразу. Поставка для журналов Тиена. С одной стороны бежевая, с другой стороны леопардовая. Кстати, очень хорошо будет сочетаться вот с этой подкладкой. Тиена каждый год IKEA обновляет, дает новые цвета. А пойдем покажем новую панель с Кодис. Сделали еще и в голубом цвете. А аксессуары стали появляться снова разноцветные, чтобы вам разнообразить. Так, мы еще из этого отдела не убежаем. Не убежаем от слова совсем. Еще одна новая сумка. Велдернс. А, нет, мы ее в прошлый раз показывали. Она из той же серии, что и сумка под ням-ням. А коробка Дриона нового цвета. Поближе подойдем, что ли, или убежишь? Пошли. Кстати, давно такой красивый пастель не выходила. А еще бы Дриону делали четырехцветную. 3G. Угу. Рисунок. Новая Дрионушка. Так. Если заставить полностью коллакс, можно это тренировать пространственное мышление. Ой, не мышление, пространственное зрение. Да ты что? Пытаюсь понять, куда это применяется. Потому что то, как это представили дизайнеры, ну, не особо это удобно, вся бумага помнется. Вообще, получается, как такой доп. Рюкзачок для школьников. У нас сейчас, мы зависаем сейчас на такие предметы, потому что у нас скоро ребенок в школу топ-топ пойдет. И поэтому, по этому поводу мы скоро залепим обзор. Да. К 1 сентября. Неизменная серия стук появилась в новом цвете. Это серо-синий. Такой красивый, довольно-таки приятный цвет. Вся линейка теперь есть в таком цвете. Пока, к сожалению, практически нет в наличии бело-серых. Но имейте в виду, ничуть не хуже. Интересный цвет. И смысла ждать с моря погоды проще взять вот в таком цвете. И точно так же наполнить там гардероб, шкаф, то, что вы хотите. Пойдем дальше? Угу. Ну, новые открывашки. Крючки алюминиевые Клюкет 600 рублей за 3 штуки. Теперь выглядит так. Потому что крючки периодически меняются, которые туда. И жопки стали собачьи нового цвета. Желтые. Крючки рекомендую. Вещь очень вот полезная. Вот эти или вот эти? Да, откидные. Они хорошо крепятся к мебели и в мастерскую. И выдерживает хорошо вес. Да. Пойдем дальше. Жопки покажи. Я показала жопки. Я же про другое рассказываю. Жопка появилась бирюзовая, жопка появилась желтая. Серые уже были, есть еще белые. Надо Дэйву подарить. Угу. У нее же 4. Можно. Мешок для сортировки мусора, либо грязного белья, например. Носок, футболка, труселя. Сколько труселей-то надо? Много. 500 рублей набор из 3 таких мешков. Актуально тем, кто сортирует мусор, это раз. И, допустим, для каких-то больших семей, когда есть прачка, куда можно все это дело разложить. Хотя папе пофигу, куда ложить, лишь бы где было поменьше. То есть с тобой не прокатит? Тут надо не такой рисунок рисовать точно. Такой? Да, поярче. И дубинку сортировочную. Сиол с ликт. Набор украшений. 3 штучки. Кактусы. Только розовые. 650 рублей. А раньше это было зеленым. А еще в розовом есть.
Ну, он такой фиолетовый все-таки больше. Окей, как вам бетон за 3 дорого продавать? Нормально? Нормально. Сидят солы. Нормально. Цветочки, кстати, надо снять. Цветочки новые появились. Нам с тобой снимать, не переснимать. Можно на неделю здесь жить, оставаться. Прямо из Икеи даже не вылазить. Так. Энрум в новом цвете. Периодически меняет цвет. Хороший довольно-таки фонарь. Приличная дверка. Только в непривычную сторону открывается. Берут везде. И домой, и не только домой. И для украшений, и для определенных целей. А, так, дальше подсвечник. Эстерскёд. Он у нас из алюминия. Ощущение, как будто каменный, да? И довольно красивый. Ну, чувствуется сразу металл. Смотри, какой гвоздый. Виндлёс. 500 рублей домик. Такого еще не было. Железный. Я предполагаю, вангую. Ага. Такой домик будет скоро в разных цветах. Ну, посмотрим, как ты вангуешь. Красивый домик. Ой, смотри-ка, льювары пошли в распродажку. По 199 рублей. Че? И нету, да, разобрали. А нет, есть. Ой, смотри, какая классная. Эфтерс. Стёрт белый, сова, слушай, ну это, да, и подсвечник красивый будет, и просто под что-нибудь тоже красиво будет. Но она будет, во-первых, играть хорошо от огня. Вот эти особенно потертые места, да, прозрачные? Да, она будет очень красиво смотреться. Романтик на всю катушку. Да ладно? Да. Шампусики. И прочее. Подливка. Пойдем. Ну что, давай, какой? Новый стиральный порошок. Цвет белый пляж. Дим, чем пахнет? Какой цвет? Белый пляж. Аромат белый пляж. Подожди, фокус. Только понюхай. Понюхать. Ты понюхай. Что, новый стиральный порошок? Уже и травить. Сам то. Вот зеленые кактусы. Ну да, и побольше. Ну, а ты говорил. Теперь только розовые кактусы. Подожди, мне кажется, такие же маленькие были. Были, но нету. Вот. Пойдем. Подожди, не трогай. Угу. В новинках Икеи июнь мы вам снимали котика. В июле появилась собачка. Так, а не одной серии? Одной. Фаталик. Кстати, собака дорогая какая. 500 рублей, а кошка 430. Еще. Жучку. Нет, жучка есть, кошка есть. Слушай, мышка, хвост есть? Есть. Рисованный. И у кошки тоже есть. А у кошки жирный хвост. А теперь ты жирный хвост. Да, да. Большой хвост. Большой. Пойдем. Хест Маргон. Набор вас из 3 штук. Вот ты любишь, кстати, такие. Ну, хватит, кстати, у меня же целый стеллаж такие. Нет, у тебя уже. Да, чтоб новенькая. 800 рупий. Цвет, когда преломляется, красиво смотрится. Мы ждем вот такие что-нибудь оригинальные теперь. Да? Так неинтересно? Угу. Еще из этой серии ваза. Хест. Хест. Вот собачку я бы взял. Потому что он телегу набрал. Нет, вот это, смотри, сочетаются, да, между собой? 400 рупий. Смотрите, у Риба появилась такая интересная тематическая рамка 50 на 23. Я хочу сразу предупредить, не сочтите это вульгарностью, не сочтите это рекламой, но... Да считайте вы, чем хотите. Художник так видит. Каждый может придумать свое, но мы это увидели в своем как бы ремесле. Ага, да сейчас ты скажешь, нас полкоманды смотрят. Ну, мы сейчас про это и скажем. Ну, давай. Просто, когда у кого-то что-то болит, то дотоп говорит. Говорит, да. В общем, смотрите, в сибирском как бы карьерная лестница растет от того, сколько ты вырастил профессиональных веток. Профессиональная ветка – это команда, которая делает товарооборот 700 тысяч рублей. Вот если считать по маркетинг-плану, то вот здесь вот совокупный доход около, ну, такой в месяц около 2,5-3 миллионов рублей, когда у тебя вот 12 таких команд. И вот мы хотим теперь
а каждому партнеру с определенного ранга дарить такую рамочку. Здесь будет его фотография, здесь текст, а здесь, пожалуйста, вставляй фото партнеров и пиши. Да. Фамилия, имя и дата. Партнер. Да. Рамочка Рибы, даже цену не сказали. Сразу увидели, поняли, куда применять будем. Стоит 600 рублей. Ну, каждый может и по-своему придумать. Да, пожалуйста, детей, родственников, собак, кошек. Мы вот для работы хотим. Handmade. Это полка Масленда под мореную сосну. Цена такая же, 300 рублей. Кстати, интересно. Более объемно смотрится, чем базовая полка Масленда. Согласен? Угу. 300 рупий, размер 55 сантиметров. Сразу, не выключая камеру, идем прямо. Очень, кстати, полюбилось. Уж раз мы тут остановились, а на эти полочки ставят иконы. Да. Прям вот. Ну, людям нравится. Люди полюбили это. О, Будда. С учетом того, что Дима сегодня хихикает и меня смешит, я боюсь ему название читать. Ну, давай. Лирбуда. Лобода. Лобуда. Лобуда. Значит, лобуда за 399 рублей. Сюда. А, лобуда, короче, разделывается. Положить. Здесь два стеклышка. И в серединку вставляется картинка. И еще одна лирбуда. 20 на 25, тоже розовый. Тоже вставляется картинка. Можно еще и подвесить. Как тебе такой вариант рамок? Не мой вкус. Не твой фасон. Ну вот. Печаль, печаль. А я хочу спросить у наших подписчиков, кто из Новосибирска? Почему приезжаем здесь, Новосиб? Да, во-первых, вам привет из Нижнего Новгорода уже. И я хочу задать вопрос, кто в ближайшее время посетит IKEA Новосибирск и зайдет в интерьер, там, как конструкторское бюро, наверное, так вот будет, такое или... Угу. Со стеной, угу. Где там написано много маркером. Угу. Увидели ли вы... Там среди всех надписей название про IKEA и YouTube канал нарисованный. Если сохранилось. Да, сохранилось ли? Вот. Напишите в комментариях. Если дальше кто, пошли? Конечно, там захочет это сделать. Мне кажется, уже нету. Думаешь? А если осталось, пожалуйста, сделайте фотографию. Если даже вот вам это не сложно будет. И комментарий. Для нас это очень будет так вот приятно. Вспомнить то, что было когда-то. Угу. Слушай, мы в Новосибе были всего 2 месяца назад, как будто полгода минимум, если не год. 2 месяца назад? Да. Блин. А сколько воды утекло? Ху-ху-ху. Сколько километров намотано, премии получено. О, смотри, какая интересная. Озвучь. Что озвучить? А, ты здесь? Доска для записи с зажимом Кармсон. Она, конечно, такая больше декоративная, на нее что-то аккуратненько подвешивать, но смотрится интересно, мне нравится. Когда снимаешь уже 4 часа, даже в кедах ноги без пяток. А, значит, павильон стоит 8 тысяч рублей. Дима сказал, за эти деньги делать сам не согласится. Я приблизительно посчитал себестоимость, если делать это из профильной трубы 20 на 20 и так, тут как еще 40 на 40 профильная труба. Если а делать приблизительно себестоимость выйдет с покраской, если покупать это в Леруа Берлен, около 3-4 тысяч. Плюс время. Ну, конечно, варить надо будет. В общем, 8 тысяч, но жиденькой. Жибленькой. Размер 238 на 233. А, значит, здесь у нас металл, здесь у нас ткань. Тянуться не смогу, потому что микрофон. Упереди. Переверни. Это полиэстер. Балки стальные. И еще его нет в наличии. Видите, как хитренько теперь стало. Не, задумка интересная, согласен. А только для чего дырочки наверху? Для дождя. Для дождя? Чтоб втекало. Чтоб ты мылась? Да. Сверху? Да, сразу. Угу. Понял. В этом году мы профилонили и не сняли мебель. Садовую приставку. Садовую мебель. Потихонечку исправляемся, поштучно, можно сказать. Кусары. Ну, на самом деле, очень такого количества новой садовой мебели не было, чтобы в отдельный обзор
практически 99% все то же самое. Какие-то вот мелочи, которые попадаются, мы вам их снимаем. Кусаре 4300, садовый приставной столик. Так, я знаю ваш опыт жизненный. Тут его, наверное, не закрепили, что ли, да? Ну да, да, да. Тут болты, потому что меня смущает вот это. Да не закреплено, сразу видно. Вот такой стол, но нет. Тяжеловато. Оно хорошо поставить на веранду с кресла, вот как именно сейчас стоит, да? Вышел чай, кофе попить. Да. И вечером все убрал. С этим я полностью согласна. Слушай, друг мой, давай еще туда сейчас заглянем, вдруг там что-нибудь тоже новенькое есть, и финалочка. И прощаемся. Концовочка. Финалочка. Концовочка. Финалочка. Концовочка, какое многогранное это слово. Мы сегодня подеремся. А, друзья, в принципе, мы все прошли. Мы, честно, без ног. Я даже в кедах без лап. Юрьевич вообще не знаю, как ему... Поэтому я тут облокоченный стою. Да, тяжко. Но мы не сдаемся. Мы пойдем сейчас передохнем и снимем еще несколько обзоров. А, в принципе, по новинкам все. Я надеюсь, что вы уже что-то себе успели цап-царап. Мы там вот кое-что-то уже нацап-царапали себе. Делитесь, чем вы уже пользуетесь. Не забывайте ставить стандартные действия. И не забываем о том, что Дима говорил в самом начале. Переходим на Яндекс.Дзен и смотрим нас на день раньше, чем будет опубликовано в Ютубе. А может и на 2 дня пораньше. Тут а может еще... и прям вот в день съемок Дим будет выливать. Монтируешь сразу. Ну да, монтировать надо, сразу же не видишь. Не судите нас строго за то, чтобы сегодня немножко так... Почудили. Иногда от Тима откланились. Ну ладно, ну что, мы все живые люди, человеки. Что все ходят вот такие вот? Да. Вот. Немножко юморка. На самом деле мы такие в жизни, такие, какие есть. Со с нами вся скучься. Юрьевич, я тебе шапку-ушанку скоро куплю в валенок. Ребят, все коммуникации, как с нами связаться, все будет в описании, поэтому присоединяйтесь ко всем нашим сообществам. А самое главное, скоро у Татьяны будет день рождения. Ага. Еще осталось совсем чуть-чуть, а почему нет 100 тысяч? На текущий момент, на 13 июля, у нас не хватает, получается, 13 тысяч подписчиков. Обязательно давайте подписывайтесь. Вам не сложно, а для нас это мотивация для дальнейшего творчества. Да. Ну просто нажмите подписаться. Все. Ну да, потому что на самом деле смотрят без подписки более 50%. Да. Все. Пока.